На борьбу с коронавирусом государство сможет расходовать средства целевых бюджетных фондов – Дорожного, Экологического, Фонда развития предпринимательства и других. Это касается как остатков на счетах, так и новых поступлений. Сегодня президент подписал дополнение в закон о бюджете на этот год. Ранее Верховный Совет принял поправки сразу в двух чтениях. Средства из фонда капложений также пойдут на борьбу с ковид. Это не значит, что Приднестровье останавливает ремонты детских садов, школ и больниц. Там, где ждать нельзя, стройку продолжат, остальные объекты разморозят позже.